Мне кусок торта, мне сначала. Манола, отведи детей на кухню. Я очень уважаю твой бизнес, Тони. Когда ты убивал для нас в прошлом, мы всегда были довольны. Ведь правда? Вот почему сегодня мне очень трудно с тобой разговаривать. Я надеюсь, ты простишь мне мое настроение. Малки, моя правая рука умер здесь, на твоей территории. А китайцы сказали мне, что убийца был похож скорее на... какого-то итальянца. И мы решили, что Тони, наверное, что-то знает. Секундочку, это еще не все. Тебе это понравится. Несколько часов спустя маленькая 12-летняя девочка приходит ко мне в кабинет, вооруженная до зубов, намеренная точно отправить меня в морг. И ты знаешь, кто потом пришел ко мне в здание и забрал ее? Тот же самый итальянский убийца. Я умираю от желания познакомиться с ним. Расслабься. Все в порядке. Хорошо спал? Я никогда не сплю. У меня всегда один глаз открыт. Да, я забыла. Никогда не видела, чтобы человек с одним открытым глазом так храпел. Я храпел. Как ребенок. Я пойду принесу молока на завтрак. Не забудь код. Два удара, потом один, потом еще два, верно? Да. Я пойду возьму молоко, а вы пока мне это посчитайте.